Алло, Виталий, да, добрый да, день, да, Виталий, да. это Даня насчет ноутбука. Сейчас собираюсь им заниматься. Можешь еще раз в двух словах повторить, после чего, что произошло? То есть, как это произошло, то, что ты говоришь? В этом Смотри, ходе. Даня, в двух словах. На нем сейчас заменены оба корпуса, так, раз их поменял. Подключил, все работало, все хорошо. Но периодически, вот, допустим, возьмешь с одного стола, перенесешь на другой, отъезжал экран. Ну, то есть, он сам работает, винты жужжат, все хорошо, но экран не показывает. Разбираю опять, вот эту шину, которая к материнке от, ну ты понял, которая подключается к материнке mm -hmm. от экрана, mm -hmm. пошевелил там немножко, да, не устанавливая крышку, там, включил, работает. И, короче, вчера произошло уже то, что я его включаю, он запускается, и потом начинает дымиться, гореть. Я сразу питание отключаю, опять снимаю, смотрю, а вот этот шлейф, он прям начал уже плавиться потихоньку. Угу, mm -hmm. все, я тебя, да. я тебя понял, Виталий, все, хорошо, тогда разбираю, смотрю и дам тебе знать, что с аппаратом. Хорошо, единственный момент, Дань, я знаю, что не, не сказал тебе, там нет скрина, крышка новая, я эту фару не перекидывал. Крышку, крышку... Ты, ты менял поддон, я смотрю, и что еще и менял? поддон, и верх. А, и топ-кейс, и топ-кейс, -то. топ да. окей. Вот наверху там эта новая крышка, так скрина его там нет, угу. и динамика левого нет, я его снял, чтобы ты понимал просто. Ну ладно, хорошо, я и так в любом случае осмотрю тогда -да. Все, на связи будем. Давай, да, я наберу. Спасибо а, счастливо. Привет, мир. Привет, Белгород. Привет все, кто нас смотрит. С вами компьютерная мастерская Happy Мы в городе Белгороде. Так понятно, уже два раза повторился. Данни бертар Антоха. Супермастер Ваня через стенку. Антон, ты знаешь, что сделать? Супермастер Саша. Начнем вот сегодня с такого аппарата, потому что он горел. Ситуацию вы слышали сами, то есть человек менял два поддона, и у него что-то задымилось. Наша задача разобраться, что задымилось, можно ли это все восстановить, просто дать какую-либо информацию по этому аппарату, потому что люди хотят работать на технике. Поэтому начинаем с самого простого. Просто сначала поймем, что это за штуковина такая. Это у нас Е1 должен быть, сам по себе и сирочек. Давай посмотрим. Это у нас е 1531 g Человек менял поддон, человек менял топ-кейс, соответственно, вот эту штуку. Периодически, он говорит, когда переносил, отъезжал экран. То есть, возможно, какие-то были неполадки со шлейфом. У нас нет ни дисковода, нет э, заглушки под жесткие диски, под оперативную память, нет э, заглушечки здесь, нет у нас батарейки, то есть нету ничего. Зато есть сам аппарат. Поэтому мы его разбираем прямо на ваших глазах и смотрим, чтобы ничего не пропустить. Разбирается он, в принципе, достаточно легко. Слушай, Ваня, если найдешь вдруг мой этот лопаточку, я буду тебе благодарен. Если не в рост Ваня. Разбираем, смотрим. Эти аппараты действительно у них проблемы с петлями, поэтому поддоны тут меняют достаточно часто. Это их болячки. Неудивительно вообще. Главное понять нам, что у него дымило. Мы его ни в коем случае не подключаем, раз уже есть такие э, симптомы. То есть, чтобы их хуже ни в коем случае не сделать мы максимально аккуратненько его разбираем и смотрим повреждения. Потому что если был дым, значит где-то горело. Если где-то горело, значит там уже нормально работать, скорее всего, не будет. Надо как минимум выяснять, очищать. Клавиатура, я смотрю, вообще не подключена. Шлейф у нас, кнопки включения тоже не подключен. Антенка у нас Wi-Fi а криво тоже достаточно лежит, зато у нас в принципе подключены динамики. Но сейчас у нас по идее должен ноутбук вообще пополам развалиться без каких-либо проблем, потому что все, я смотрю, выкручено здесь. Ничего лишнего быть не должно. Он должен у нас просто выпасть на руки, и мы должны посмотреть. Оп, один винтик важный. Оп, все, больше тут всего-то пять винтиков у нас было. Смотри. Ух ты, божечки ты мой. Смотрим и что-нибудь пытаемся пронаблюдать. Во-первых, да, у нас явно горел, это просто горел шлейф матрицы. Ну что, это не самое страшное на самом деле, потому что если бы сгорел шлейф, главное, чтобы не сгорело все остальное. А для начала нам нужно убедиться, включается ли сам по себе ноутбук. Мы отключаем шлейф матрицы, берем, человек нам даже любезно зарядку дал, мы его, не отходя от кассы, сейчас проверим на работоспособность, чтобы понять, сам ноутбук остался жив, проблема ли только в шлейфе, потому что если проблема в шлейфе, то, в принципе, ничего страшного здесь нету, шлейф меняется и все прекрасно работает, поэтому наша задача здесь просто убедиться в работоспособности всей материнской платы. Но, если горел шлейф, у нас, безусловно, могло что-то по ЛВДСу тоже пробить, поэтому мы этот момент тоже должны будем исключить. Берем кнопочку включения отдельно. Наверное, я ее даже высуну, чтобы сильно не мучиться. Вот так вот сделать. Подключаем. И постараемся вывести картинку на экран. Шлейф матрицы это не самое страшное. Лишь бы жил, жив был сам аппарат. просто матрица перегорела. Наверное, да? Нет, шлейф, возможно. Кстати, тут все что угодно. Когда говорит шлейф, может и матрица сгореть, и материнская плата. Это дело такое. То есть, так, или так же, как смотри, на у нас есть, безусловно, индикатор. Это хорошо. Теперь мы подключаем к монитору внешнему и смотрим, есть ли у нас картинка. Ждем, 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 ждем. Это, да. честно, возможно, просто перебитый шлейф был. При замене он как-то колонки, потому что тут, я смотрю, одной нету, возможно, колонкой пережали, либо еще что-то, потому что здесь две колонки в этом ноутбуке идут. Правая и левая. Левый человек нас предупредил, ее нету. Вот, возможно, просто был шлейф пережат. Либо когда собирали, потому что, возможно, меняли матрицу, либо еще что-то. Но я смотрю, у нас и дальше ноутбук не включается. То есть у нас, по крайней мере, он, не, он реагирует, но картинку не картинку выводит. То есть могут тут быть какие-то а, интересные моменты по, еще, по самой материнской плате. Сейчас мы попробуем через HDMI это сделать. но... Это уже не слишком приятно, потому что какие-то начинаются решения под вопросом. Давай посмотрим, вы видите ли он картинку через HDMI. О, ты божечки, ты мой. Кстати, HDMI тут весь просто. Смотри. HDMI весь кривой. Сложно будет навестись. Только если издалека. HDMI просто весь в заусенцах. То есть контакты самого HDMI он как попало, торчат. Через HDMI мы тоже э, с вами не выведемся. Ладно, чего? Разберем тогда, достанем материнскую плату, посмотрим, как она себя ведет. И, безусловно, здесь шлейф под замену. Придется еще полностью разобрать матрицу и э, осмотреть все остальные контакты. Проверить, работает ли сама матрица. И поменять шлейф непосредственно после этого уже отталкиваться. Поехали. Горело в трех местах. Раз, два. И горело прямо на пересечении. Оно даже проплавило крышку э, матрицы. Еще на коннекторе подключения веб-камеры. То есть шлейф прям действительно под замену. Теперь проверяем все остальное. Подключаем. Вот наша материнская плата. Вот зарядочка. Оригинальный шлейф, подключенный, заведомо рабочий к его матрице. И давайте дерзко поступим. Полетели, покружились. Тара, но бутабл девайс. Хит эники. Знаете, что такое хит? Это такой, знаете, типа удар. Типа щелкни, ударь. Вот. Если вы вот, чувствуете себя плохо, можно себя вот, по лицу хикнуть. Все. Работает это очень-очень хорошо. Соответственно, наша задача тут оказалась максимально простая. Я надеялся на что-то более такое вернее, не надеялся, я надеялся на позитивные всегда расклады. Но здесь мы отделаемся только заменой шлейфа. Ну, максимум еще не знаю, по HDMI может быть, если человек захочет, но не более того. Все остальное вроде бы реагирует и включается. Поэтому подсобираем, и дымящийся ноутбук будет дальше жить и трудиться. Моделька, в принципе, хорошая, и я думаю, человек. Будет искренне счастлив, что ничего не прогорело, потому что когда горят шлейфы, можно запалить все что угодно. Это он действительно очень-очень повезло. Леди и джентльмены, прошу вас. Ноутбук Acer. Включаем. Лампочка загорелась. Монитор появился. Все отлично. Это не конечный его вид, потому что буквально человек зашел полчасика назад, принес колоночку недостающую, винтики недостающий, дисковод недостающий, заглушечку недостающую. И самое главное, он принес тачпад, который на топ-кейсе китайском отсутствует. То есть присутствует просто верхняя часть, которая не работает, естественно, без шлейфа. И наша задача будет это еще дело аккуратненько снять, постараться сюда закрепить и убедиться, чтобы это все чудо работало. Поэтому конечный вид, безусловно, будет уже в следующий раз. Но такой вот простенький ремонт осуществили сегодня много, на самом деле, всего было интересного, даже не перечислено Честь, парень заносил ноутбук буквально тоже полчасика назад, но на уже четырехтысячных моделях Ryzen мобильных. Ryzen 5 это 6 ядер, 12 потоков, в ноутбуке стоит с видеокарточкой 1650 Ti. Интересно, достаточно аппараты, напишите, если у кого-то есть такое. А напоследок, чтобы не разводить воды слишком много, хотелось бы парочку нужных слов сказать, да. Какую подводочку бы красивую сделать. А, подводочку э, про историю. Каждый из нас в любом случае так или иначе делает каждый день на протяжении, не знаю, определенного времени, на протяжении всей жизни какую-либо историю. Побольше, поменьше, покруче, похуже, но историю в любом смысле слова. Э, так сказать, важность личности в истории тоже очень важна. И вот, на примере допустим этого меча, смотрите, что здесь написано? Данька Герасимов, то есть я. Центральный университет Северной Каролины. Победил национально сейного игрока Жозели Левина из э, университета Дюка, проиграв первый сет 3-6, потом выиграл 6-1 и 12 1-0, 12-10 разницу в два мяча на тайбреке 8 февраля 2015 -го года. Своего рода история. Это непосредственно мяч, которым я играл. Вот даже с логотипом университета Дюка. Интересная история, очень милая. Вот это напоминает мне, представьте, вы знаете, в чем это было интересное событие? Тем, что из нашего университета за всю историю никто не обыграл игрока такого. То есть своего рода эта победа, казалось бы, в масштабах большого тенниста ерунда, а в масштабах определенного университета была достаточно крутая, и что вот даже тренер мне подарил вот такую штуку, и она мне напоминает о хороших вещах. И под, под концовку этого видео, что хотелось бы сказать. Мы друзья, с вами можем сотворить историю. Еще недавно об этом даже было сложно представить. Да, еще недавно об этом было сложно представить, но сейчас на полном серьезе мы задумываемся, чтобы можно постараться к концу года или в начале следующем году запустить что-то действительно серьезное, настоящую историю, потому что мастерская это не только покрутить ноутбуки, мастерская это еще и делать продукты. Я очень хочу делать продукты, я думаю мы реально это способны и вы сейчас в комментариях я надеюсь будете супер пупер активными, потому что если не будете активными, вообще в этом смысла никакого нету. Мы кто-то уже наверняка знает, хотим сделать, ну назовем так не слишком громко, линейку компьютеров ноутбуков, потому что очень много Люди хотят покупать компьютеры, ноутбуки, люди приходят, им нужен ноутбук, недорогой, хороший, за который бы душа была спокойна. Безусловно, ты не наездишься, не, на, не наскупишь все бушные ноутбуки, не, повер, не перенастроишь их, не перепроверишь их. То есть, действительно, крутую вещь, которую ты можешь сделать, это если у тебя твоя, ну, по сути, новая, проверенная, надежная техника – с параметрами, которые ты можешь человеку, безусловно, сразу. То есть человек приходит, у нас, допустим, мы сидим с вами, у нас на полке, не знаю, три модели ноутбуков, попроще, по э, лучшей, вообще самое топовое, для, в принципе, э, которое покрывает там 90% запросов населения. Это просто потрясающе. Нам не нужно думать, нам не нужно представлять какие там бушные, что с ним не то, убивать на это миллион драгоценного времени, чтобы там, не знаю, там настроить, прочистить, перебрать старый ноутбук, отдать его за копейки. У нас есть своя линейка действительно классной техники, и э, тут безусловно очень сумасшедшая работа. То есть уйдет, наверное, не меньше полугода, чтобы все ню нюансы удалить, и еще, наверное, э, плюс-минус столько же, чтобы это все запустить. Но я думаю, это обязательно сделаем, потому что Запуск быстрый. переговоров очень много. А переговоры начинаются прямо с этого момента. Я начну сначала со своей команды. Начну их, наверное, с Вани, потому что, ну, Ваня с нуля тут. Он, как говорится, отправная точка вместе со мной. Поэтому... Вань, вопросы для вас то же самое, пока отвечает Ваня и будут все отвечать команда, то же самое вы можете отвечать в комментариях, то есть сразу пишите, что очень важно. Потому что от этой, от этой базы аналитической будет зависеть то, как этот продукт будет в конечном итоге выглядеть. Я не сомневаюсь, что он будет в том или ином смысле, то есть вы увидите ноутбук, на котором будет написано, там, образно говоря, Happy PC, какая-нибудь такая ерунда, вот, другой момент, какой он будет, мы давайте решим в свой раз, вот, и вопрос. Сразу к Ване. Вань, держи микрофон. Назови что для тебя самое важное в ноутбуке, я не знаю, парочку параметров, вот как ты это видишь, потому что ты чувак, так сказать, с крутыми интересными жизненными позициями и ценностями, и у каждого они свои, поэтому давай интересно вот тебя услышать, как человека, который миллион ноутбуков перекрутил, и у тебя сложилось собственное мнение уж точно. Да, в рот и нет. Запикой. Ну, смотри, что для меня самое важное вообще в ноутбуке, это, конечно, качество материалов, с которых он сделал. Я не имею в виду именно пластик сам, но также, что и внутри стоит. И что вот для меня, так как программную часть мы тоже очень настраиваем часто, что для меня очень сильную роль играет, это, как бы сказать, доступность для пользователя именно сайта технической поддержки, где можно взять все драйвера вот, и все программы именно на этот момент. Ну, хорошее, кстати, замечание, обалденно. Сайт... Да. второй? Но ты берешь очень, вот очень DEX, важно, и соглашу. ты не можешь на него драйвера нигде найти. Ваня вот говорит о, вот о том, чтобы ничь. очень легко было, безусловно, программная это прокладка. да. Это уже... Это не то, что техподдержка, это именно сайт, где наполнено все именно драйверами. И любой пользователь может просто вбить модель, и все программы и драйвера, которые нужны именно ему, будут перед ним, так сказать. Легко настраиваемый ноутбук. Да. Это для конечного пользователя играет очень большую роль. Ну что же, круто. Антон, не выпендривайся. Давай на, держи. И давай, Я давай скажи слышу. ты, который человек. Для меня самое главное ну, производительность. Это в любом случае. Вот ну, у меня первый бук, бук который появился, вообще-то Dell, вот, вот этот наш, который первый. И ну производительность и дизайн. То есть его нужно не только чтобы он должен работать быстро и качественно, но еще должен получать эстетическое удовольствие от работы на нем. Хорошо, итак, да. Ваня это у нас за качество, Ваня за удобство настройки Производительность и дизайн. Производительность и дизайн да. круто, хорошо, идем дальше. У нас есть еще главный инженер, это э, Александр. Я думаю, он нас тоже соизволит парочками слов Саша. Вот, ты, как человек, будет который непосредственно э, влиять на все это, как будто в конечном в итоге, что для тебя самое важное в ноутбуке? Что бы ты, если бы имел возможность сделать его с нуля, ну, образно говоря, ну, на, на что бы обратил максимальное внимание? Что самое главное для тебя? Самое главное. Ну, ну может, ну, несколько параметров в целом, ну, вот как ну, ты его видишь? В целом, ну, я могу вообще самый главный параметр выделить ноутбук. Опять же, это портативное устройство. Uh -huh. Вот. Перед нами ноутбук. А чтобы на нем было комфортно работать, у него должна быть очень хорошего разрешения матрица. Согласен? Если не угу. будет э, хорошей картинки, ну, вряд ли мне захочется пользоваться этим устройством. Пускай там будет даже самый мощный процессор. Если он э, будет отвратительно отображать картинку, то уже без вариантов. Но опять же, то есть э, ТТХ берем, то есть он должен быть быстрым и очень качественно отображать информацию, которую ты запрашиваешь. То есть смотришь ты фильм, значит он должен отображать очень качественно фильм. Ну я за, за качество картинки. Ну и естественно за внешний вид. То есть у него должен быть приятный внешний вид. Может быть какой-то даже необычный. Огонь. Саша, спасибо тебе большое. В итоге я предлагаю творить историю вместе, потому что это одно дело, когда кто-то сам для себя делает, а другое дело, когда кто-то делает для огромного круга людей. Я считаю, это очень круто, здорово, что у нас вообще такая идея родилась, и мне кажется, и когда мы ее реализуем, будет вообще потрясно. Вот, и хочется, чтобы этот продукт был максимально крутой. Я свои мысли вообще, наверное, в отдельном видео можно будет записать, когда я буду обобщать уже действительно самые важные факторы. Это отдельный прям может ролик сделать, где мы действительно... А вы подведем какие-то итоги, а вы действительно вот напишите в комментариях, все люди абсолютно разные. У всех свои предпочтения. Вы услышали то, что думает наша команда о том, как должен быть выглядеть ноутбук. Вы напишите обязательно в комментариях прям конкретно. Не стесняйтесь, по полной распишите. Я уже как-то пост в ВКонтакте делал. Очень хороший был отклик. Тут давайте на ютубчике то же самое повторим. Мы все действительно крутые идеи обязательно на заметочку себе берем и постараемся лизать. Возможно, именно ваша, ваш параметр станет основополагающим действительно в хорошей, хорошей технике будущего. И появится еще какой-нибудь, пусть и небольшой, но... Маленький бренд, который будет хорошую технику делать, это будет просто потрясающе. Все, на этом такое вот немного философское видео подходит к концу. Ничего супер полезного, может, вы не узнали но я надеюсь, прониклись в доброй атмосферы, компьютерной мастерской. Вот, я надеюсь, вам было приятно провести с нами немножко вечера четверга. Увидимся с вами в пятницу-завтра. А это значит, что, возможно, будет стрим. Поэтому готовьте. Хотел сказать, чаеку. Господи, как Дима Гордей! Не суть. Всем вам прекрасного настроения. Увидимся с вами обязательно в будущем. Максимальных позитивных мыслей в голове. Вот, и реализации ваших мечтаний. Мечт, надежд. Вот, и, конечно же... Да, добра, друзья.